Вы его атакуете, он все на блоках вы не знаете, как его пробить. А еще лучше, их ноги просто будут выше вашей головы. А сейчас посмотрим, как это делается, и покажет нам это тренер Вичарн. Раз. А сейчас, друзья, второй вариант этой фишки. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай план, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения. Все то, что держит под грифом «Секретно» на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании. И не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок, а также реалити-шоу «На пролом». Всем привет, друзья! Сегодня в программе очень интересная фишка. Это как работать против человека, который четко выставляет блок. Вы его атакуете, он все на блоках вы не знаете, как его пробить. Ну так вот, это удары под опорную ногу, как их делают тайцы. Сразу хочу сказать, что тема очень эффективная. Нужно к ней пристреляться, и я вас уверяю, ваши противники будут приятно удивлены, а еще лучше, их ноги просто будут выше вашей головы. А сейчас посмотрим, как это делается, и покажет нам это тренер Вичарн. Раз. Давай. Это первая фишка. Раз. А, second one. Second one. Это была вторая. То есть сейчас мы сделаем разбор первой и второй. В чем они отличаются? Первая отличается в том, что мы бьем над коленом в мышцу для того, чтобы нанести жесткий ущерб. И здесь тема, когда я выставляю блок, то есть вы накидываете удары, видите, что я четко блочусь. Но блочусь не вперед, а блочусь именно в сторону. You try one time. Видите, я выставил блок в сторону. После чего он видит, я раз выставляю, он делает шаг по диагонали, да, и наносит удар по этому. Can you show? Раз, это первое. Ребят, один момент. Да, здесь такая тема. Когда я выставляю, его нога проходит, первый раз он бьет в блок, второй раз она не проходит под моей, он делает шаг по диагонали, и его нога проходит между моими ногами и наносит удар вот сюда по бедру. Can you show more, please? Раз. А он говорит, что если я низко опускаю, мне потом трудно вернуться. Если я ставлю руку вот так, мне потом легко вернуться в позицию боевую. Здесь момент. Обратите внимание, да, я делаю отмашку, но я ухожу с линии атаки, то есть try to do right punch. Видите, я ухожу с линии атаки. А сейчас, друзья, второй вариант этой фишки. Раз. Обратите внимание, значит, на некоторые моменты. Бьет он в эту часть, то есть в районе косточки и ниже, для того, чтобы хорошо выбить. И здесь нужно одновременно это сделать, если мы бьем правой ногой вместе с правой рукой. Can you show slowly? Сейчас тренер покажет медленно. Раз. Раз. Когда мы выставляем так правую руку, она помогает нам реверс, за счет реверса сбросить его вниз, а также она прикрывает наш подбородок, нашу голову. Mm-hmm.
Come here. Mm-hmm. And here. Mm-hmm. Right. Oh, listen. Here. Can he? Huh? Turn here. Uh-huh. Not go like this. Turn down. Тренер показывает, что не делаем вот этим, а бьем носком, получается, вот этим подъемом. Вот, вот тут подъем, вот этим подъем. Can I try? Okay, раз. Угу. Already here. То есть бьем, как бы, вот получается, эта нога, вот носком, вот так. Друзья, здесь будет очень хорошо работать удар коленом. То есть мы работаем. Раз. Выбили назад колено. Пузо, это будет вообще идеальный вариант. Друзья, вот такие два простых выбива ноги сделают ваш арсенал более широким, более неудобными вы станете для противника. Это очень важно, уметь делать такие фишки. Друзья, пробуйте это, нарабатывайте. Если вы не будете пробовать нарабатывать, у вас ничего получаться не будет. Возьмите прям себе на одну тренировку, допустим, пришли, все, это у вас главная задача, то есть вы работаете все, что вы хотите, но у вас главная задача 10 раз попробовать вот такую фишку. И делайте это неделю, и тогда оно у вас обязательно будет получаться. Но также не забывайте, если вам интересны курс обучения с этим тренером, у меня есть мощный курс на 7,5 часов, ссылка на него в описании. Ну а также для продуктивных тренировок вам нужны тайские спортивные бальзамы, травяные капсулы для спортсменов, электролиты, капельницы для спортсменов. Ссылки в описании. Друзья, лайкайте, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!